Не убраны от снега дворы таят в себе настоящую опасность. Так, на днях в социальных сетях появилось фото, автор которых рассказывает о том, как его сын провалился в яму. Под сугробами дыру в земле не было видно. Ребенок отошел всего на несколько метров от отца и исчез по пояс. После публикации фотографий в социальных сетях двор, где случилось происшествие, это Высоцкого 40, привели в порядок. Сейчас там нет никаких опасных провалов. Видимо, чтобы засыпать яму, надо, чтобы сначала в нее кто-нибудь упал.